Всем здравствуйте! В 2016 году звезда шансона, певица Елена Ваенга, в миру Хрулева, впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал отец ее 4-летнего сына, Роман Садырбаев. Однако до этого она жила в гражданском браке долгие годы с другим мужчиной, Иваном Матвиенко. Этот человек поверил в талант Елены, дал ей возможность учиться и продюсировал ее. Они разошлись из-за невозможности родить детей, которых Ваенга очень хотела. Она до сих пор вспоминает с теплотой о человеке, во многом благодаря которому она стала той, кем стала. С Иваном Матвиенко Ваенга познакомилась, когда ей было 18 лет. Елена в то время училась в питерском музыкальном училище Римского-Корсакова. Она торопилась домой, перебегала дорогу и попала под колеса его автомобиля. Он отвез ее домой, а на следующий день заехал, пригласил на свидание. И они вновь попали в аварию. Было лобовое столкновение, при котором Елена вылетела в лобовое стекло. Иван навещал, заботился, но всерьез не воспринимал. Разница в возрасте в 19 лет. Ивану на тот момент было 37, останавливала мужчину. Елена же влюбилась по уши. Со временем Иван тоже проникся к девушке. По профессии Иван был ювелиром, но всегда верил в талант певицы. Так как Иван по национальности цыган, то ходили слухи, что он богатый человек, чуть ли не цыганский барон. Но Ваенга отрицает эту информацию. Они долго мотались по съемным квартирам. Бывало, что ели поджаренную муку, разбавленную водой, спали на полу. Но Елена стойко сносила все трудности, так как Иван относился к ней с большой любовью и уважением. Окончив музучилище, Елена собралась поступать в Балтийский институт экологии, политики и права. Как раз в то время в нем открыли театральное отделение. Елена бредила театром, мечтала о сцене, и Иван ее поддержал. «Тебе нужно», — сказал он. Хоть и жили влюбленные, в то время очень трудно. Родители Елены приняли выбор дочери в штыки. Они 3 года просто не разговаривали с дочерью. Она ведь сбежала из дома, чем сильно обидела родных. Однако прошли годы, и жизнь расставила все на свои места. Мама, годами не разговарившая с Иваном, потом каждый день ставила свечи в храме за его здоровье. Елена с Иваном прожила долгие 17 лет. На момент знакомства ей было 18 лет. У пары не было детей, и когда Ваенге исполнилось 35, она ушла от Ивана. Переживала очень тяжело, чувствовала себя предательницей. Ей удалось сохранить прекрасные отношения с бывшим гражданским мужем. Он живет в одном подъезде с Иваном, Елена называет его дядя Ваня. А на рождение сына он подарил своей бывшей жене дорогую шубу. «Заслужила», — сказал он, — «и потом кто кроме меня тебе ее подарит?» Иван Матвиенко по-прежнему остается продюсером певицы и ее лучшим другом. В 2012 году прессе стало известно, что Елена Ваенга беременна. Певица вспоминает это время с ужасом. Ее всюду преследовали журналисты, даже около помойки ждали. Она проходила мимо и спрашивала, удобно вам там? Из бака хорошо пахнет. Елена упорно скрывала информацию о том, кто отец ребенка и живут ли они вместе. Ходили слухи, что беременна она от дяди Вани, а он ее бросил, и Елена собирается растить ребенка одна. Говорили также, что отец ребенка – состоятельный, женатый и влиятельный человек, и Ваенга тайну никогда не откроет. Роддом был атакован папарацци. Елена вместе с медсестрами и новорожденным сыном на руках вышла через черный ход. Она уехала на заранее снятую, никому неизвестную квартиру, чтобы побыть первые дни своего долгожданного материнства наедине с ребенком. Отца своего чада Елена тщательно скрывала. Певица известна своей резкостью в общении с журналистами, но не со всеми, а только с хамами и непрофессионалами. В то время хамам и непрофессионалам доставалось особенно круто. А тем журналистам, которым удавалось наладить с певицей диалог, она отвечала: «Поверьте, когда я решу выйти замуж, я сама сделаю своему мужчине предложение и закачу такую свадьбу, что все уж точно узнают». Как ни старались акулы пера и камеры рассекретить нового мужчину певицы, ничего не получалось. Она нигде не появлялась ни с какими мужчинами, и это объяснялось просто. Как писал Гилберт Кит Честертон, если хочешь спрятать лист, прячь его в лесу. Избранником певицы оказался музыкант ее же группы, барабанщик и перкуссионист Роман Садырбаев. Все точки над «и» расставила свадьба, которую Роман и Елена сыграли в 2016 году. На торжестве присутствовали самые близкие, в числе которых хороший друг певицы Александр Розенбаум. Молодые по своему обыкновению покинули ЗАГС через черный ход. Свадебное путешествие молодые отправились в Австралию. Супруг Елены родился в 1983 году в Краснодаре. Он окончил Краснодарское музыкальное училище, а после уехал в Санкт-Петербург, где работал в оркестре Сургановой.
С 2008 года работал с Еленой Ваенгой. Как и когда у них начался роман, пара умалчивает. Практически сразу после родов Елена Ваенга, а значит и роман, вернулись к работе. За сыном присматривали бабушка и дедушка, родители Елены. Сегодня, когда мальчик подрос, мама старается все свободное время уделять сыну и даже часто берет его с собой на гастроли. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока!